Ребятки, всем известный челлендж 20 штрафных. Тут они действительно футбольные, со стенкой. С нами сегодня капитан команды Артур и вратарь Петя. Поэтому, я думаю, будет интересно. Так, это Велес Лайф. Все подписываемся там. Первый пошел. Ну, Петруха подыгрывает мне, чувствую чуть-чуть. Vamos! Ну все, я почувствовал. Почувствовал, да? Убил! Оп! Да ну! А, все близко, близко, все поджать его. Уф! Там что-то отлетело, смотри. Пошла. Уже побежал туда. Ой, уже там стоял. Оп, плохо. Ох, блин. Оп, пошел читать, блин. Уф, да ну! На третьем ударе, да, я сказал, что почувствовал? Раз чувствовал, чё ты? Уф! Хорошо! Пока ещё! Оп! Ой, ну! Нет-то! Хорош! Тащи! О, вот это близко было! А, там уже. Да ну! Плохо. Попробуй. Ты выиграл, короче, вратарь. Сегодня, да, сегодня победитель вратарь. Мы решили добавить еще один челлендж, удары после навеса. Поэтому как будто бы я умею. Зашло. Вот это неплохо было сейчас головой. У меня потом голова бы неделю болела. Да, нога улетела, смотри. Зашла.
Пока разминочные пошли. Понял. Так. Один. Второй. Да, на собой тяжело. А. Второй. Так, оп, третий. Ай, чуть-чуть. Три. Так, близко, все близко пока. Близко. А этот играет? Да, давай, да, да, тоже. Уф, четыре. Три. Три. Будет тяжело. Близко. Раз. Вверх. Все перемешаем. Два. Три. Ага. В целом можно закончить. И так. Последний. Нет. Оф! На последнем вырвал. Спасибо. Ну все, было нелегко. Мы уже устали придумывать челленджи, чтобы я хоть где-то мог выиграть. Поэтому 3-0. Все уверенно. Поэтому спасибо Артуру. Ждем в нападении к нам. Нам как раз не хватает. Было нелегко с Прокопом. Поэтому, я думаю, было очень потно.